Всем привет, дорогие друзья. Да, я знаю, помолодел, вся херня и все такое. Ну, бывают в этой жизни странные и необдуманные решения, которые просто спонтанно приходят в голову и приходится делать. Ну, не знаю, мне приходится, как вы делаете, я не в курсе. Сегодня посмотрим немножечко другой маршрут. Да, я возле дома. Мышь. Выходили отсюда уже и шли на остановочку, да? А, нет, не на остановочку, вообще мимо остановочек, просто шли по улице, да? Ну и разговаривали про всякую местную херню. В принципе, ничего не поменяется, сегодня будем делать ровно то же самое. А то мне вчера кто-то подъебнул, сказал, типа, нихера ты охуел, вообще херни не писал уже сколько дней. Все еще стоит вот эта вот красавица здесь, вросшая в землю. Так никто и не убрал. Вон туда, вот нам сейчас по дороге. Мы выйдем туда, в сторону остановок, в сторону главной дороги. А мы повернем на 180 градусов и пойдем в другую сторону. Я совсем, ну как, не совсем недавно, но не так давно, не сразу после приезда. Я еще с неделю, наверное, как ебанутый ходил по той главной дороге. А потом как-то вот просто случайно вспомнил, что мы как-то с Ванькой шли сюда и прошли мимо свой поворот и вышли на пути на трамвайный. Я такой думаю, о, блядь, придурки. Точно я помню, что мой поворот перед ними. И думаю, раз уж тут трамвайный путь, следовательно, тут ходят трамваи, короче. И действительно, здесь ходят трамваи, а вон там он буквально чуть-чуть пройти, и остановка трамвайная. Кстати, в ту сторону мы и пойдем. А еще можно пойти в ту сторону, пройти, ну, прилично пройти с километр, наверное. Ну, это ногами не чувствуется расстояние, если честно. Так что километр-то херня. И там будет остановка, которая вообще вывезет в любую точку Краснодара. Вот там, по-моему, все-таки главная дорога, а не та, по которой я шел. Та, по которой я шел, это главная этого района. Вообще, в принципе, в Краснодаре, если так смотреть, то, скорее всего, та будет главной дорогой. Там как бы централизование все больше. И, ну, там прям видно, когда ходишь. Я потом как-нибудь в ту сторону пойду, засниму процесс. Вот. Ну, а сейчас мы пойдем туда. Тут все те же домики, все тот же коттеджный поселочек, в котором я живу. Пашковский это район, кстати. Я тут уже как-то относительно освоился, в принципе, как дома уже. Так что можно, в принципе. Кстати, Форд, да, я забыл сказать, в тот раз Форды еще бывают. Тут их прям тоже относительно много. Вот. Вот такие вот дела. Чуть-чуть буквально пешим шагом прогуляться, вот и остановка трамвайная, ебануться. Ну, а с учетом того, что я вообще поездолюбитель дикий, вот, а тут еще такие трамваи дикие, прикольные, ну, двухвагонные, такие связанные между собой. В Хабаровске-то, в принципе, такого не увидишь, я как-то один-единственный раз такое лицезрел, и то, по-моему, он сломался, его оттаскивали в депо или что-то такое. Вот, а здесь, ну, процентов 70, наверное, трамваев вот такие вот двойные. Вот такая вот хрень. Ну, посмотрите на меня, что ли, 100 лет не виделись. Уже очень скоро будет совсем тепло. Ну, то есть, как бы, 6-12 градусов, это, ну, так, нормально еще. Зима, можно сказать. А скоро будет уже совсем лето, если так, да. Будем ходить смотреть. Кстати, я где-то уже, по-моему, показывал, что деревья цветут. А, нет, не, какой-то из деревьев. Вчера заметил. Прям все в цветочках беленьких было. А, вон. Вон оно. Это, по-моему, черемуха или что-то такое. Оно прям все беленькое. Все в цветочках. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Завидуйте, сволочи. Да. Прям цветочки беленькие. Красота какая.
Вообще красота. Вот такие вот дела. Вот, кстати, остановка, на которую я иду. Там дальше универмаг ни хреновенький, зря я по магазинам по местным, по недалеким ходил. То есть тут за поворотом буквально. За поворотом целый универмаг. Так что зря я всей этой херней занимался. А тут целая аллея всякой хрени. Шашлыки, машлыки. Все такое. Я пойду за пирожочками, наверное, зайду сначала вон туда вон. Там потрясающая, офигенная хрень есть. Там пекут просто потрясающие пирожочки. И стоят они как бы недорого. Вот она, да. Шашлык, машлык называется. Вот. Ну, Волга, кстати. Издалека долго. Ну и в принципе на этом я с вами, наверное, попрощаюсь на сегодня. Я поеду по очередным собеседованиям, все-таки, наверное, найду работу. Ну, по крайней мере, очень сильно попытаюсь. Вот, ну и смотрите хорошие видео, играйте в хорошие игры. А я вас всех люблю и время от времени буду что-нибудь подобное снимать. Так что вот так вот. Все, всем пока.